Всем привет, с вами Транзиция, мы продолжаем играть в SnowRunner. В этой серии мы займемся состязанием на вершину. Хочешь принять участие в соревнованиях по подъему на вершину горы? Уложишься в отведенное время, получишь достойную награду. Добраться до вершины горы, вот сюда. Награда 7 минут 20 секунд золото, 11 минут серебро, и все, что выше 11 минут, это бронза. Само состязание у нас находится вот здесь, на вершину. Избегать следующих взаимодействий. Эвакуация, пересесть в гараж. Буду использовать модовский Ford Bronco 1983 года. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Надеюсь, успеем по времени. Бревна всякие еще мешаться здесь не будут, то успеем. Черт побери. Да, так нормально здесь снега. Так, минута прошла. Да здесь по факту-то недалеко ехать-то. Не знаю, что они столько много времени дали. Может быть, конечно, мы не успеем. Я не знаю. Давай, давай. Газуй. Куды? О, опять. Чё, слабое днище какое-то. Постоянно время бьешься днищем. Двигателем, то есть. Две минуты прошло, 15 секунд. Или 30. Ну, здесь у нас так нормально снега-то. Давай к тебе див подключим, чтобы ты не буксовал. Три минуты прошло. Вот здесь прям снега так нормально. Ух, зарывается наш Бронко. Бабам. Осталось только подняться теперь. Вот сюда, сейчас мы сюда поднимаемся. Поднимаемся потихонечку, полегонечку. Шпуль, и мы приехали. Шпенг. Бабамс. Ой, урон пошел, проститесь. Ого, да ты настоящий скалолаз, держи приз. Да, я сам аж в шоке. Ха-ха-ха, своего скалолазания. Награда 250 опыта. 4300 денег. 3 минуты 50 секунд. Вот такое состязание. А здесь у нас что, типа, это самый, что ли? Ой, ну куда это? Дай посмотреть-то хоть.
канатная вот эта дорожка у нас здесь, да? Прикольно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Тразитос. Увидимся в следующей серии. Всем пока. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.